Весенние каникулы стартовали на дорогах города. Профилактическое мероприятие ГИБДД призвано в очередной раз обратить внимание школьников на внимательное поведение вблизи автодорог и беспрекословное соблюдение правил дорожного движения. Если говорить о статистике, то только в прошлом году на дорогах Миасса погибло 5 детей. В этом уже зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. 4 ребенка травмированы. Один из последних несчастных случаев произошел именно на этом пешеходном переходе. 11-летний Назар Шакирьянов возвращался домой, когда путь ему преградила машина. Мальчик получил серьезные травмы и сейчас находится на лечении в областной клинической детской больнице. И хотя данная история скорее пример невнимательности и безответственности водителя, она вошла в статистику травматизма детей. Вернуть мальчику беззаботное детство сейчас задача врачей. Назар постепенно идет на поправку, а общественность как может помогает семье ребенка. Предупредить и не допустить – вот две основные задачи, которые ставят сотрудники госавтоинспекции, проводя профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Под колесами автомобилей погибают сотни человек, тысячи получают ранения. Среди пострадавших, как правило, дети и молодежь. Во время наступивших весенних каникул эта категория пешеходов под особым вниманием госавтоинспекторов. Хочется еще раз напомнить водителям, что дети далеко не всегда внимательны и осторожны при переходе улиц. Не думая об опасности, они могут внезапно выскочить на проезжую часть и оказаться прямо перед вашим автомобилем. Поэтому самое главное, никогда не забывайте об этом, будьте особенно внимательны в местах с ограниченной видимостью. Берегите жизнь и здоровье наших детей. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.